В издательстве «Узбекистон» выпущена книга-альбом «Новый Узбекистан». Она рассказывает о проделанной работе в годы независимости, эффективности реформ и построению нового государства и общества за последние 5 лет. В книге описаны и показаны события новейшей истории Узбекистана. Вспоминают авторы и о преодолении испытаний и трудностей. Отсталая страна с однобокой экономикой превратилась в государство, где динамично развиваются все сферы, растет уровень жизни и общественно-политическая активность граждан, укрепляются отношения и дружба, а также сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья. В процессе построения Узбекистана проводятся реформы, направленные на либерализацию всех сфер, структурные преобразования в экономике и ее отраслях, набирает силу предпринимательство. Особое внимание уделяется всестороннему повышению уровня и качества жизни людей, сокращению бедности, созданию новых рабочих мест и источников дохода. Все это описано в книге. В одном альбоме невозможно в полном объеме отразить все изменения. А представленные в этом альбоме аналитические материалы, иллюстрации оставят у читателей яркое впечатление.